Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, ребята, сейчас, я так думаю, мы уже сделаем себе фусил-машину, так как я добыл немного вам алюминия, да. Но я не знаю, хватит ли, ну, сколько там штук, 19, 18. Но пока что вот это все там делается, давайте я заспавню, может, некоторых боссов, которые, в принципе, мы можем заспавнить, да. А, может, с них еще что-то повыпадает. Так, кого бы, давайте, вот, оцелота. Ладно, бегайте тут, не буду я вас убивать. Я просто все хочу заспавнить, у нас же куча всего. Просто хочу посмотреть, опять его оцелот. Ладно, бегать тут. Так, давайте сейчас. Кого мы тут можем еще заспавнить? Дракошу вот этого давайте заспавним. И убьем его. Мы тоже так быстро стрелять можем. Еще быстрее. Убили? Нет, не убили. А кого это мы убили? Это мы оцелота случайно убили? Ну, в принципе, случайно, извиняюсь. Наконец-то убили мы его. Дракона вот этого. Ну. Так, дождь. Дождь. Тут идет. Так. В принципе, с него больше ничего не выпало. Ладно. Сейчас мы, ребята, я так думаю, кого мы еще заспавним? Кого бы заспавнить? Так, кто тут у нас есть еще? Базили, ух ты. Охренеть! Я даже не знаю. Вот это босс, ребята. А что ты мне за хрень какую-то накинул, а? Вот эту. Охренеть! Лобосяра! А я даже не думал, что мы нашли вот эту штуку. Как бы, что босса спавнит. Давайте попытаемся вот так убить, если, конечно, сможем. Хрен мы его так сможем убить. Так что давайте опять вот так мы его убьем. Давай, прекращайся ты вот это. Что за хрень? Кто? Это что еще было? Я понял, что это за хрень. Это, короче, мы на дождь выходили, да, и его плющило. Главное, чтобы он не пропал, а то будет очень хреново, если он пропадет. Не говори, что ты пропал, твою мать. Да ну. Да ну нафиг. Пропал он, короче, ребята. Твой. Ладно. Я потом попытаюсь еще найти. Если, конечно, найду, да. Потому что его не так уж и легко найти, да? Ух, это что еще за... Ну, попытаюсь я его найти, ребята. Не говорю, что я его найду, но... Ну, хотя бы попытаюсь его найти, потому что действительно его очень сложно найти. Можно и так сказать. Это обычная корова, так что... Так, тут у нас есть еще что-то. Это... Dried Alien Spawn. Я представляю, что это такое. Я вроде знаю, есть такой босс, и он просто нереально большой. Я так думаю, что это он.
Так, ребята. Сейчас мы его попытаемся убить. Я догадываюсь, что это за босс. Я так думаю, что это он. Нет, это не он, но все же. Охренеть, это тоже какой-то босс, в принципе. Звуки, звуки, звуки. О, отлично, с его компас выпал, ни хрена себе. Компас, карта. Так. Кто там что взрывает-то? Куча всего с него выпала. Вот прикольный. Охренеть. Так. Отлично. А еще кто-то там будет такой прикольный? Да тут же, я так понял, тут и спауны вот эти просто реально офигенные. Можно найти всяких боссов просто реально вот таких офигенных и заспаунить. А, птичка, птичка, ну летай себе, птичка. Или нет, не летай, тебя у нас нету, поэтому... Не знаю почему, но она пропала. Ну, она же у нас была, да, типа ее спаун. Драйт нет. Вич спаун нет. Сноу голем. Давайте его тоже заспауним. Пускай будет, пофиг. Так, еще что тут есть? Блейз, драйт блейз. Ну, в принципе, такого уже у нас и нифига и нету. Но вот... Я так понял, что нужно искать вот эти спаунеры, так как реально там спаунится всякая хрень, ну как бы вот такие боссы, как мы нашли, да, ну базилиска мы его заспаунили, ну умерли, да, можно сказать так, что-то, ну как бы под дождем были, да, птицей или кем-то, и просто умерли. Я просто не понял, почему урон приходит, и вот оказалось почему. Ну я в принципе не... Ладно, я так думаю... О, и новая шапочка. Ух, твою мать, напугал! Твою. Ладно, я так думаю, что мы под... Я потом еще пойдем. Или, в принципе, фиг его знает. Я думаю, что мы потом потом еще пойдем в тот мир динозавров. Там куча всего вот этих спаунеров спанится. Я так думаю, мы их понадобываем, так как если реально там будет всякие вот такие спаунеры, это будет прикольно. А тут реально боссы вот такие офигенные спаунятся. Так. Давайте все сначала мы вот это подкладываем. Вот сюда. У нас есть какие-то ресурсы. Вот это сюда можно. Это. Так. Вот сюда мы поставим вот это. Так. Сейчас. Это мы вот сюда поставим. Вот так. Это вот сюда. Это тоже вот сюда. Вот это вот сюда. И еду вот сюда. Отлично. Так. Там уже походу вот это все сделалось, да? Сейчас. Так. Там у нас уже сделался, ну, алюминий. И сейчас нам опять нужно молоток сделать, да? Сколько там? Вот так нужно и немного дерева, да? А, вот, палочки. Отлично. Так. Вот так и вот так. Отлично. Так, а вот это... Ладно. Бам-бам-бам, сколько там нужно? Вроде 8. Вроде. Так, она как-то у нас... Ну, в принципе, да. Мам! Так, сейчас, давайте сначала поспим. Отлично. Так.
Вот так. Отлично. Так, и сейчас, ребята, мы будем делать алюминий. Вот только я не помню. Сейчас, для клинера нам нужно... Один, два... Для клинера нам нужно вроде 6 алюминия, как я помню. Да. А вот для самой машины, там же вроде на куча еще так алюминия нужно. Хотя, фиг его знает сколько там. Там тоже еще нужно где-то 6. Ну, короче, я думаю, что нам не хватит. Думаю, что на клинер хватит, да? А на фосил... А на саму машину не хватит, я так думаю. Поэтому я, наверное, еще потом в шахту пойду. Хотя бы парочку. Ну, если найду фосила... Да, алюминия, да. Так, ну давай. Так, сколько там? 4 штуки, да? Ладно. Еще 2. Давай. И сделаем хотя бы себе уже клинер. Уже нормально. И давай. Отлично. Так, ребята. Идем мы себе сделаем клинер. Уже. Там еще нужно вроде сейчас. Так. И так. И идем делаем себе мы клинер. И так, вот это вот сюда. Это вроде вот так. Да, отлично. Отлично, ребята, есть у нас уже клинер, ставим мы его вот сюда. Отлично. А сейчас давайте посмотрим, как там Fossil Machine. Ну, это понятно. Так, нам нужно... Ну, вот это мы сделаем. Это не очень так сложно, да? Верхнюю часть нам нужно 1, 2, 3, 4, 5. Нам нужно 5 алюминия. Тут нам нужно 6 алюминия. То есть уже 11. Нет, ребята, а нам хватит. А нам хватит. Сейчас, так, давайте тогда вот это все мы сейчас сделаем. Там нужно сейчас 11 алюминия. 1 обсидиан. Да, там еще немного редстон. Так, нет. 3 ведра воды. Ну, это такое, как бы, вот этих ресурсов нам хватит. Ну, в принципе, алюминия тоже хватит. Я думал, все-таки не хватит, но как раз, можно сказать. Поэтому, ребята, сейчас мы себе уже хотя бы сделаем фосил машину, да, и сделаем себе нового покемона, как бы будет у нас новый покемон. Потом, я думаю, пойдем мы в ад, чтобы себе хотя бы немного насобирать глустона, да, чтобы сделать ракенди потом, тоже у нас будет. И есть, и потом мы себе сделаем парочку покеболов, чтобы словить еще сколько там, четверых оставшихся покемонов, да, будет нужно сделать, ну, как бы словить, да. Вот этот покемон, я не знаю, что какой это покемон вообще будет, посмотрим. Поэтому, ребята, посмотрим, действительно, посмотрим, что это будет за покемон. Ну, Марштомп у нас уже есть, то есть уже нормально. Это у нас будет потом, я не знаю, кого мы словим. Чармандера, может, если найдем его. И еще кого-то, фиг его знает. Бульбасавра, если найдем его. Или ту же Иви, да, как бы... Иви можно в любого, можно сказать, превратить, да. Я думаю, сделаем ночную Иви, она сильная. Или электрическую, или... Ну, посмотрим, ребята. Сначала ее нужно найти, конечно же. Найдем мы ее, постараемся. И, в принципе, превратим, да, кого-то. Так, ну давай еще последний фосил. Так, последний фосил или...
Да, последний фосил. Так, ну давай, давай, давай. Отлично, ребята. Так, сейчас. Три ведра воды. Где у нас ведра? Вот. Стекло. Один обсидиан. Сейчас. Так, вот это. Нет, не хватит, не хватит, не хватит. Так, вот это хватит. И вроде все. Но сейчас мы посмотрим. Главное сейчас идти ведра воды набрать. Так. Так. И вот так, отлично. И, в принципе, ребята, можно сказать, у нас уже есть и фосил-машина. Это как у нас там делается? Как-то вот так. Это как у нас делается? Вот так. Это вот сюда. И, ребята, у нас есть уже все части фосил-машины. Осталось их просто-напросто соединить. И давайте как раз мы вот это сделаем. Это вот сюда. Вот так. Нет, сейчас как... Да. Так, это вот... Вот, как это? Вот так и вот так. Ребята, сделали мы себе фосил-машину. Отлично. Поставим мы ее куда-то вот сюда, пускай она вот тут стоит, да и все. Все, ребята, я так думаю, на этом мы уже закончим вот эту серию, ребята. Сделаем мы себе фосил-клинер, фосил-машину. Убили одного босса, второй сбежал. Да. Извиняюсь. И, в принципе, ребята, я так думаю, что... Вот, чуть не убежал, чуть не сгорел с новой шапочкой. А шапочек у нас уже просто нереальное количество. И, в принципе, ребята, я так думаю, что... Что? Потом, как бы, сделаем мы себе в следующей серии... Ну, в следующей серии не знаю, но сделаем мы себе уже нового покемона. И, я так думаю, потом мы сделаем себе пару покеболов, будем охотиться на покемона, словим покемонов, пойдем в ад, чтобы добыть себе голдстона, сделаем кучу раркенди. И потом, я думаю, мы пойдем в мир динозавров, чтобы добыть себе еще несколько спаунов, как бы, да, чтобы опять найти вот этого базилиска и его убить, так как убежал он, да. И, в принципе, ребята, давайте на этом мы уже закончим эту серию. Действительно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.